Давным-давно, или лучше, жили-были, так начинаются сказки. Я Светлана Куксхаус, а это мой друг Мышонок Спиненок. Мы расскажем вам сказки без всякой прикраски о разных чудесах и заветных мечтах. Волшебная дверь открывается, и сказка начинается. Давным-давно жил-был на свете мастер. Николка его звали. Ой, хороший он был мастер. И вырезал он куклы, матрешки. Уж такие они были красивые, никто не смог с ним в мастерстве сравниться. Они были не только красивые, они были как живые. Сначала Николка искал подходящее березовое полено, из него вырезал фигурку, а потом рисовал лицо, раскрашивал платье и, наконец, любовался своей работой. Иногда дарил матрешкам разные имена: Василиса, Матрёнушка, Матрёна, всякие красивые. Каждую неделю продавал он их на базаре. Вот этим-то он и жил. А как только принесет своих матрешек на базар, ребятишки в очередь становились длинную-предлинную. Каждый хотел купить его матрешку. И вот однажды вырезал он матрешку такую, какой еще ни раз не делал. Особенная она была, не такая, как все. Глаза у нее были бездонные, как небо. Голубые-голубые. Боже мой, как же это можно? В твоих глазах потеряться можно? Да ты, наверное, волшебная. Эх, был бы я богатый. И только он это проговорил, как матрешка молвит голосом человечьим: «Твоя воля, так тому и быть». И закружилась матрешка в танце. И чем больше она кружилась, тем больше золота сыпалось по всем сторонам. И золото, и куски, и пыль золотая. Боже мой! Я глазам своим не верю. Это золото, что ли? Николка никак этого не ожидал. Набил сначала карманы доверху, а потом притащил мешок здоровый, и давай золото собирать. Прощай, Николка, будь счастлив, говорит матрешка. Да только помни, мастерить забудь. Если хоть одну матрешку вырежешь, то все это исчезнет, и богатство твое тоже. Смотри, не забудь. Синеглазка подмигнула ему и исчезла. Вот счастье-то подвалило. Наконец-то мои рученьки смогут отдохнуть. Николка влез на печь и выспался от души. А на следующее утро взял он гривень и купил себе лавку. А почему только лавку? Ведь теперь я могу купить все. И пошло оно, и поехало. Скоро у него изба по швам лопнула.
Столько добра он понакупил, но ничего не влазит. Построил он тогда? Новый дом. Большой, просторный, красивый. Все у него было. И женился вскоре. И ребенок вскоре родился у него. Сынок. Все было хорошо. Да вот, уныл Николка-то. Затосковал. На жену, на сына смотреть не хочет. И весь белый свет ему не мил. Что это с ним? Захворал он, что ли? Вот однажды пошел Николка в лес по грибы. Долго он плутал, и чем больше он шел, тем глубже в лес заходил. Устал он, ну и присел на пенек посидеть. Голову-то свою ниже плеч повесил. Уставился в траву, и вдруг, глядь, полено лежит там, березовое. Погоди, погоди, погоди. Взял он полено, присмотрелся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И давай он вырезать. И чем больше он вырезал, тем больше фигурка получалась. Матрешки. Да я сделаю новую матрешку, красивую. Ой, как он только это подумал, вдруг откуда ни возьмись, матрешка стоит с голубыми глазами. Стой, стой! Подумай хорошо. Опять ведь беден будешь. На что мне твое богатство? Если мастерить нельзя, все у меня есть, а вот радости нету. Забирай свое богатство обратно. И как только он это сказал, все встало на свои места. И дорогу из леса Николка быстро-быстро нашел. Пришел домой, а дома-то большого нету. Стоит его старая хижина. Ну, возле хижины жена пляшет и ребенок. Радуется, что он пришел, и радости было много-много. Рассказал Николка все, как все произошло, как все получилось. Ну, и зажили они. Николка начал своих матрешек мастерить, а жена его матрешек на базар выносить и продавать. Ну, на это и жили. Жили и жили, и деньги копили. И накопили они денег на большой и новый дом. Построили и стали жить там поживать и добра наживать. Вот так-то оно в жизни и бывает. Не все то золото, что блестит. А вот на этом сказке конец. А кто слушал, молодец. Ну, ребятки, сказка сказалась. Глазки у мышки смыкаются, самую малость. Он уже под одеяло мастится, спать ложится. На этом скажем мы вам до свидания и спасибо за внимание.